নিত্যানন্দাদ্বৈতরত্নাবতীয় শিবাসাদি ভক্তবৃন্দৈঃ সমেতম গম্ভীরায়াম কৃষ্ণ চৈতন্য দেবম রাধাকান্তে নাপি সাকম নমামি। শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что мельчайшее отклонение от пути вашего Гурудева, оно в итоге скинет вас с пути Бхаджана. Малейшее отклонение от направления вашего Гурудева, в итоге оно скинет вас с пути Бхаджана. Шрила Сарасвати такого хотел сказать. Полностью вы должны сгармонизировать свое сердце с вашим Гурудевом. Не может быть никаких желаний в вашем сердце. Очень важно. Шрила Сарасвати такого говорит, я и мое. And Uttam Purush means Purushottama Jagannath Bhagavan. If you cannot get in contact with Uttam Purush Bhagavan, then there is no question of any bhajan, prema, nothing. Нет никакого вопроса насчет прогресса в баджане, достижения премы и прочего. Адвагьян Пурушоттам. Если вы не можете понять это, что, ну тогда вопрос о том, как начать баджан, он не ясен. Шрила Шринивас Ачарья. Вишну Приядеви тоже Ачарья. Джахнова Мата Такурани, она тоже Ачарья. Адвайта Гасай, он тоже ачарья, Адвайта. Они все ачарьи. У них особенность у каждого. Адвайта Гасай, он великий ачарья. Суть в том, что Гауранга Махапрабху, он ачарья всех ачарий, но Гауранга Махапрабху, он... Он говорит, что вот Адвайта гуру Ачарья, ну и тот, он всегда думал, что Адвайта это его гуру, а Адвайта Гасай, он всегда думал, что он слуга. Это его такое умонастроение очень высоко, умонастроение слуги. Point is that Advaita Gosai is Acharya, big Acharya. Суть в том, что Адвайта Гасай, он великий Ачарья. And this universe. И эта вселенная, in which we are, в которой мы находимся. In infinity period, we cannot pay Advaita Gosai. We cannot give any payment. Бесконечное, но число времени мы не можем отплатить за то, что он даровал нам. Если у нас есть хотя бы небольшое чувство, когда мы сможем понять то, что он сделал для нас, мы должны быть вечно благодарны Адвайта Гасаю. Никто не может призвать Кришну сюда. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху, он сам говорил, что Адвайта Нара. Nara calling me in such a way, I was bound to come. То есть он Адвайта, он звал его так, с таким желанием, с такой любовью, что он вынужден был прийти в этот мир. Мы повторяем Харинам, но должной веры, должной любви нет у нас таких великих чувств, и мы должны развить их по милости Адвайта Гасая. Но Адвайта Гасай, он думал о всех джив, всех душах, пребывающих в этом мире, как я могу даровать им какое-то благо.
which is related to Atma, not related to the body. That day I was speaking same thing, enjoying mood. Я в тот раз говорил, что желание наслаждения, оно очень опасно. It cannot allow you to go up to Krishna. Оно не может позволить нам достичь Кришны. Майявады, they are big. Майявады, они совершают великие аскезы. But they are all activities to get some. Но все их действия для того, чтобы обрести какую-то славу великого подвижника, великого аскета, великого отреченного. Но кому это нужно? Шичитани Махапрабху говорит, что даже демоны не совершают аскезы. И толку от них нету. What do you think? Sukhlamma or Gomuchari being is drinking milk only. What do you think? By drinking milk, you can get it. Sukhlamma Brahmachari, он пил только молоко, но Махапрабху сказал, что толку от этого. Don't think like that. Что это не приблизит тебя к Господу. И вот таким образом мы видим, что Адвайта Госвами в Гаутамия Тантре есть такое небольшое описание, и там Адвайта Госвами. Тулусидала матрено жалосо чалукено ва бикрините со атманам бикрините со атмабхам бхактабху бхактавасала. И вот там эта шлока приводится. Адвайта Госвами, see one nice slok there in Gautamiya Tantra. Он в этом писании увидел эту шлоку. Бикрините сватманам бхактебхьо бхактавасала. Бхагаван has so many qualities. У Бхагавана очень много качеств. You cannot count. Невозможно их всех пересчитать, но единственное качество, pivotic quality, that is бхактавасала. Бхагаван cannot leave his devotee. Это качество Бхактавасала, то есть преданный, он не может оставить своего преданного. Чем Бхагаван не может оставить своего преданного, мы все предаемся лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху без какого-либо надежды. I don't need any salary, nothing. То есть нам нужна чистая любовь к Господу, не какая-то зарплата и что-то еще. И мы хотим так продать себя лотосным стопам Верховного Господа. Почему? His quality is so high. Поскольку его качества, они очень велики. Not an ordinary personality. И вот Адвайта Госвами, он необычная личность. Адвайта Госвами, Махавишну Джагат Карта. Адвайта Госвами, это Махавишну. Махавишну Джагат Карта. Майяя я сриджати адаха, тасаватара ева айам, Адвайта Ачарджо Исвара. Прадам Шмантри говорится это. Адвайта Ачарджо, Махавишну, and Адвайта Ачарджо not different. Адвайта Ачарджо, это он не отличен от Махавишну. We must understand this point. Мы должны понять это. Only the thing, единственное, that Махавишну cannot come in contact with Майя, он не может никак соприкоснуться с Майей. Махавишну, он всегда отлично от Майи. Его положение, он находится в таком положении, что Махавишну всегда находится вне влияния Майи. That's why in Gita you can find one slow, then how this creation is possible? In Gita you can find one nice slow, Mayadhakshena Prakriti Svayate Characharam. Under my principle, see, this nature, I mean Prakriti, give birth to so many things. Вот в Гите говорится, что под моим руководством это Пракрити, она дает рождение многим вещам, но Махавишна и Кришна, они непосредственно не имеют никакой связи с Майей. И поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит эту шлоку. Under my principle, see, this Prakriti, то есть под моим руководством это Майя Деви, она дает рождение многим вещам. Two things. When Махавишну, вот, когда Махавишну в Брахма Самхите говорится, каламатавалмбо, дживанти лома вилажа, жагаданданата,
Вишнуру Маханаса Ихо Ясса Кала Вишешо Говинда Мади Пурушам Тамахам Бхаями. Infinity Brahman. Вот бесконечные брахманды не исходят из Махавишну. And those jiva, infinite jiva, и бесконечные дживы в предыдущем творении, после того, как пралай все кончилось, then all jiva, и все дживы в тонкой форме они входят в тело Махавишну, чтобы в следующем творении опять... One creation over, как сказать, родиться. Одно творение кончилось, и разрушение начинается. Понимаете? Then after that, и тогда после этого эти дживы, но они отдыхают в этом Махавишну, пока не придет, ну, спят они там, пока не придет время следующего творения. И в то время Махавишну, какая же обязанность Махавишну? Махавишна, он смотрит и своим взглядом, то есть его взгляд, он истощает сияние, луч, и луч в этом луче, этим взглядом он смотрит на Майю, и в этом в 12 разных частях, Двадцать джотирлинго по всей Индии они явились здесь. Садашив это. Это Вишудха Сатва. Но Садашив, он, у него обязанность, но отвечать за все это творение прямо или косвенно. Бхагаван Шри Кришна творит все. How? И как? In Bhagavatam you can find. И вот в Бхагаватам можно найти. Ятро, джено, жато, ясо, ясмай, яд, яд, ята, яда. Вот это слово. Those who are knowing Vyakaram, Sanskrit, те, кто знает санскрит, они all case ending, знают, case что ending. Все макают их. Who, why, падежи. From where, how? Падежи, вот, вспомнил. Seven case ending. То есть кто, где, когда. Ятро, джено, жато, ясо, ясмай, яд, яд, ята, яда. Вот Махарадж перечисляет их все. All case ending, if you calculate, все эти падежи, если всех пересчитать, они все indicate Krishna. Так или иначе указывают на Кришну. Same thing Krishna Bhagavan, Chaitanya Mahaprabhu speaking. И также Кришна Бхагаван говорит, когда он объяснял Вьякаран грамматику, то он объяснял, что все в итоге на Кришну указывает. А студенты возмущались, что наш учитель сошел с ума, у него один кришнономер. То есть любую сутру он объяснял, в итоге она как-то была связана с Кришной, и именем Кришны, славой Кришны и прочим. То есть раньше такого не было. Но студенты возмущались, мы как бы грамматику учили, Кришна причем вообще тут. Но Махапрабху объяснял все в связи с Кришной. Все правильно, никто не может переспорить Сиддханту Махапрабху, но они были озадачены. То есть они учили грамматику, но раньше такого не было. Same thing. So, Chaitanya Mahaprabhu speaking rightly. Actually, in Bhagavatam, everything what you see, также, все, что вы видите, anything you see, all Krishna. Все Кришна. All thing. That is called actually Advaigyanta. Это зовется Адвайгента. Unity in diversity. Это... But diversity is there. Единение в различии. Если мы посмотрим на это различие и будем озадачены, и можем попасть в майя, и тогда мы потеряем всю нашу дикшу и прочее. Что такое дикша? Это Гурудев дает нам силы, вы должны действовать согласно его наставлениям. И тогда вы сможете получить эту силу. И Чайтанья Махапрабху тоже говорит. Шадду Васту Шадан Вина Кеху Наи Пай Кипа Кори Кохорай Пайвар Упай.
In Bengali. И вот на Бенгале. Опять говорю, учите Бенгали, вы получите нектар, ну, вкус к этим священным писаниям на Бенгале. И вот то, что мы хотим получить в нашей наивысшей цели, невозможно получить ее без баджана. Сможешь ли ты рассказать, как достичь этой высшей цели? Сам Читания Махапрабху, Верховный Господь, говорит так, пожалуйста, расскажи, как достичь. Саддва саддан татта. Now, Advaita Gosai, big acharya. The time of Advaita Gosai, Advaita Gosai incarnate here, in this material world, then there is no bhakti. Великий ачарья. Когда он снизошел в этот мир, здесь не было никакой преданности, люди занимались всякой ерундой, поклонялись полубогам, пили вино и прочее. Не было никакой Кришна-бхакти, было всего лишь несколько преданных, которые совершали харинам, санкиртан и прочее. Но все остальные были материалисты сплошь и рядом. То есть везде они были заняты с материальными вещами. И Адвайта Гасай, он плакал, видя все это. О, мой Господь, как мы можем жить в этом материальном мире без бхакти? Это был Адвайта Гасай. Пытайтесь... Give bhakti to everybody. Он пытался дать бхакти преданность каждому, и он начал обсуждать гиту, Бхагавата, Упанишады. Адвайта Гасай, он первый начал это делать. And in this sabha, Vishwarup, the elder brother of Chaitanya Mahaprabhu, used to go there. Vishwarup, старший брат Чайтанья Махапрабху, он ходил и слушал. Always staying with Адвайта Гасай, because bhakti is there, full of bhakti. Был всегда жил рядом с Адвайта Гасаем. Адвайта Гасай он хотел сделать нечто очень такое незабываемое для этого материального мира. Он хотел призвать Кришну в этот мир. И как может это сделать? И вот он начал звать его. Он сел на берегу Ганги на Асану. И он предлагал 8 листьев Туласи, Чандан, и он звал Кришну, Кришна, явись. Он звал с такой, с таким желанием, с такой любовью, с такой мощью, он звал его. И после этого Гауранга Махапрабху был вынужден явиться в этом мире. Actually, I must на самом деле я give the background. Должен Advaita Gosai рассказать, что было до этого. Адвайта Гасай, он Лаур, one явился в Шилете, Лаур, place, Лаур. Место Лаут называется. There he took birth. Там он father явился, родился. Кубер. Его отец был Кубер. And mother и мать Навадеви. Навадеви. And his previous name was его предыдущее Камалакша. Имя было Камалакша. Previous name was Камалакша. Или Камалакха. From very и вот с самого childhood детства he started reading Vyakaran, Alankara, everything. Он изучал санскритскую грамматику и прочее. И потом отца спросил, что сейчас я могу изучить. Но тем временем случился случай. His father and mother его отец и мать permission from king. Они приняли, взяли разрешение у царя. Associated with king. Но они как-то были связаны с царской семьей. Он был священником царя, и царь их очень любил, уважал и ценил. He's doing everything on behalf of king. То есть он от имени царя, но делал какие-то дела. He was actually Shakta. Диви Сингха его звали, он был Шакта. But Навадеви. Но Навадеви. And Кубер, not Шакта. И Кубер, они не были Шактами, но царь все равно их любил, уважал и занимал как священников в каких-то ритуальных действиях. Они получали какую-то зарплату за это, и так жили.
So he took permission from king. И вот он принял, взял разрешение от царя, что я не хочу здесь больше жить, я хочу отправиться в Шантипур, там такое прекрасное место, на берегу Ганги, я хочу там жить, и, пожалуйста, позволь мне. И вот они пришли сюда. Advaita Gosai came in womb. Advaita Gosai, он уже был зачат в том месте. You come without you again. Но царь позвал его опять, что приезжай. I cannot feel good. Ну, приходи назад, мне там без тебя плохо, и они вынуждены были вернуться. И после этого Адвайта Гасай, он явился, родился в этом мире в очень благоприятное время, и вся земля подобна, она была подобна тому, как в танце, и звезды очень благоприятным образом встали. И вот после того, как он закончил свое изучать Коран, и у отца спросил, что я должен учить дальше. И вот отец дал ему разрешение, что ты можешь отправиться в Шантипур, там ты можешь изучать все другие писания, Упанишад, Веданты, Веду, Веды и прочее. И вот ему было около 14 лет примерно. Он пришел в Шантипур, и там был Шантачарья. Некий великий пандит в то время, он обучил ведам, и все это общество пандитов и все эти пандиты, они title. Вот эти пандиты, они решили даровать ему титул. Панчанан Бед. Панчанан. Веда Панчанан. Вед Панчанан. Or Бед. He can recite so nicely all the inner meaning of Ved. То есть он изучил все веды, познал смысл, и эти все пандиты, они были очень удивлены, как это в таком, но в таком возрасте он такой способный. Хотя вот сам Махавишну, он Джагат-карта, Садашива, это неудивительно. Но так или иначе, он изучил все. И начал изучать Бхагаватам. Он очень любил Бхагаватам, поскольку Бхагаватам – это Сакшат Кришна Эвахи. Бхагаватам не отлично от Шри Кришны. Шукадева Госвами говорит. Only in the form of sound it is there, but Krishna, sound incarnation. Шримад Бхагаватам – это воплощение, снисхождение Кришны в форме звука, и поэтому она не отлична от него. И вот автоматически так, Адвайта Гасай, он очень любил Бхагаватам и вкушал вкус Бхагаватам, и в Шантипуре, и в Майяпуре, в двух местах он жил. Здесь и там. Там, в Бабларе, в Майпуре, рядом с домом Шринивасачарьи. Гададхар пандиты. Они там жили иногда тут, иногда там. Но он знал, что случится в будущем. Так или иначе, после того, как он закончил все изучение, он принял решение отправиться на паломничество по разным святым местам, как Нитянанда Прабху. Гуранга Махапрабху не ходил по всем местам паломничества, но Нитянанда ходил везде, на Мишаране, Ганготри, Ямунотри, Гомух, Бадрикасрам, Кедарнатхи и прочие места Нитянанда. Он везде был, и до Вриндавана дошел, и с Враджаваси начал ждать. Когда Кришна явится в Навадвипе, и тогда он, ну, а до того времени он Нитянанда был во Вриндаване. И вот Адвайта Гасай, после того, как посетил все святые места, и все тиртхи, они... Ultimately going to Vrindavan. Он, в общем, посетил и отправился во Вриндаване. Во Вриндаване совершал баджан и ждал. И вот однажды он совершал парикраму 12 лесов
But suddenly one day, one night, внезапно, he in dream Madan Mohan came. Madan Mohan явился к нему во сне и сказал, что под этим бананом деревом я нахожусь. Пожалуйста, забери меня и совершил Бхакти. Установи меня мужество и проповедуй преданность. И вот утром он собрал Раджаваси, они организовали все, выкопали Мадана Махана, построили ему храм, совершили Абхишеку. Абхишеку совершили, какой-то храм соорудили такой временный. И пришел Пуджари и сказал, что Мадан Махан пропал. Но Адвайта Гасай, он даже не доел свой просад. Then Prabhu again came in dream. И сказал, куда ж ты пропал? И он опять явился к нему во сне и сказал, что я здесь. That's why I become very small Gopal and enter into Puspa flower. А я вот здесь в цветах. Я там мусульмане там напали. И поэтому я стал очень малый, спрятался в цветах. Ты вот приди и обнаружишь меня. И вот Адвайта Гасай пошел, нашел его. И вот тут Мадана Махан, он... So Advaita Gosai, it is written there. И вот там описывается, что Адвайта Гасай, by the desire of Prabhu, по желанию Господа, Advaita Gosai allow Madan Gopal to go there, I mean, in their house to get seva. Chobe. Sanatan Gosai sent Madan Gopal look, and Madan Gopal playing with Bajavasi's son, and Sanatan Gosai going to get bhikkha. What is that? This so nice boy playing with two, three boys playing. Then after that, he could not say, so attractive, like Advaita Gosai. He said, this boy coming to me is actually catching me. Очень потом это Мадана Гопала отдали. So much attraction there. В какой-то каким-то образовании. Something. Then Мадана Гопала came with Sanatan Gosai. И потом Санатан, в общем, отдали каким-то Враджаваси. Но потом, когда Санатан был во Вриндаване, он явился во сне этим Враджаваси и сказали, что ну, его отдали Санатану. Он был там у них дома и тут смотрит. Какое-то очень необычное божество. И это божество сказало, чтобы его отдали. And Sanatani. It is written there, miracle. Actually, somebody speaking, that picture of Madan Gopal was actually, sketched by Vishakha Sakhi. That time. That was the first picture that Vishakha drawing and see in front of Radharani. Then Radharani become mad. Who is he? I like to meet him. That picture. Why you show me this picture? I become mad. И вот Вишакха Сакхи, она как-то увидела Мадана Гопала и нарисовала его, как сказать, портрет. So with Madan Gopal picture he came. It is actually somebody speaking actually. Sorry, anyway, bhakti is menti. Вообще запутанная там история. Nothing to fight. Actually, after that, from there. Advaita Gosai coming back. И вот так или иначе, в общем, Адвайта Гасай вернулся через Варанаси назад. And in Maithil, this, where Sita Devi took birth. И в Maithili, где Сита Деви явилась. Бихар, в Бихаре, and border, на границе Уттар-Прадеша и Бихара. Here, you can go there very easily. Mithila, the place where Sita Devi took birth. Mithila. So from Mithila in Bhakaran we say Maithil Kavi. From Mithila we speak this way and pronounce this way Maithil Kavi, Vidyapati. Vidyapati and Bharu Chandidas, very Chaitanya Mahaprabhu used to get the test out of their writings. You know everything. In Chaitanya Chaitanya it is written that
Chandidas, Vidyapati Chandidas, they are writing, recited by, Sarva Gosai and то есть Махапрабху слушал то, что они написали от Гасаи и Рай Рамананда. И читание Махапрабху наслаждался этой уникальной расой в Гамбхири Мандире. Не снаружи, а именно внутри. Но эта раса, она не просто редка. Она наиречащая. Ordinary people cannot understand. Которые обычные люди даже не могут понять, не могут даже подумать, они будут очень... That's why Chaitanya Mahaprabhu getting this test inside Gambhira Mandir whole day and night. Но Махапрабху наслаждался террасой в день и ночь, в последние 12 лет в Гамбхире Мандире. Different kind of new vava. Он выражал много разных бав. Каждый раз была нужна новая бава, которая даже не описывается в писаниях. Настолько редкие бавы он являл. Ну, конечно, можно это найти в писаниях, но это тяжело очень. И вот Адвайта Гасай, он встретился с Видьяпати. Кришна sitting inside your heart. И вот он спросил, как же ты пишешь? Несомненно, что Кришна находится в твоем сердце, иначе как можно таким прекрасным образом описать Расататву и Видьяпати? Засмеялся. Fittest person in this world who is enjoying this rasa. Well, now I am very grateful. Then after that, Advaita Gosai coming back again to Santipur. In between, I forget when Advaita Gosai вернулся опять в Шантипур, но до этого, когда он отправился в Южную Индию, there in Матачарджа Урупи, there Advaita Gosai встретился с Мадхавендра Пурипадом. Looking at Мадхавендра Пурипад, он посмотрел на Мадхавендра Пурипада, он был очень удивлен, как это возможно, такое чувство, такое, такая према, как это возможно вообще? Много раз я отвечал на этот вопрос, как это возможно, поскольку воплощение снисхождения Гуранги, оно было уже в его сердце. То есть уже было, то есть перед тем, как Махапрабху явился в этом мире, он явился уже в сердце Мадхавендра Пури. Иначе такое невозможно где-то найти. И поэтому Мадхавендра Пурипад, он главная колонна нашего Гаудия Баджана. Мы не можем его забыть. Мы всегда... This slok we are reciting Gaudiya. Вот эту шлоку мы должны помнить всегда. Шрила Прабхупад говорит. This is the slok by Radharani. Это шлока, произнесенная Радхарани, по милости Радхарани. Она явилась на устах Мадхавендра Пури. На самом деле, это шлока, произнесенная Радхарани. So anyway, Advaita Gosai, вот, так или иначе, Адвайта Гасай вернулся from pilgrimage из своего паломничества. After that he is coming to Shantipur, and in Shantipur again Shantipur, he meets Мадхавендра Пурипада. Мадхавендра Пурипад через какое-то время пришел. Мимо Баблари, мимо Шантипура проходил и остановился в доме Адвайта Гасая. Говорили там о чем-то. И после этого Адвайта Гасай принял решение получить дикшу от этой великой личности, поскольку где я могу получить такое чувство, такую прему, я должен, обязан принять дикшу от него. Он вознес ему молитву. Адвайта Гасай, он сам Махавишну, но это такая процедура, таков путь. Поскольку Верховный Господь никогда не хочет нарушать правила. Бхакти всегда исходит от бхакти. Бхакти always coming through bhakta.
Бхакти всегда исходит от Бхакти, и Махапрабху не хочет нарушать это правило. Поэтому Адвайта Гусай он принял прибежище у Мадхавенда Пурипады, он получил мантру, и Нитьянанда Прабху, вы знаете. Вот в этом киртане описывается, кто у кого получил мантру. И вот это вся его парампара, в ней можно найти половину имен в Гуру Парампаре, половину в Бхагават Парампаре. А почему так? Шрила Прабхупада, он очень умен, никто не может понять, что в Гауди Мате там нет парампары, кто-то думает. И вот по месту Гуру Варги я написал книгу. Вот с таким названием. Ну, вот по этому поводу, по поводу Гуру Парампара, это было около 10 лет назад, чтобы ответить должным образом тем людям, которые не понимают значения величия Гауди Матха. И вот смотрите, Мадхавенда Пурипад, он полон премы всегда. И вот Адвайта Гусай был очень впечатлен его личностью, но перед тем, как уйти, он сказал, что ты должен жениться. А почему? Я вроде как отреченец, но почему сказал? Гуру перед тем, как уйти, он сказал, дал наставление жениться, то что делать? Но, чтобы выполнить указание Гурудева, он подумал, на ком жениться, это следующая проблема. Но так или иначе, по милости Гурудева, он нашел Нисимх, преданного Нисимха Бхагавана в Шашантипуре. Ну, немножко там... Рядом Нисимха Бхадури. И было две дочери. Одна Сита Деви, другая Сри. Like ну, подобно Лакшми Деви. Then Нисимха Бхадури very dancing. Он был очень where рад, I can get this kind of son in law. Где я могу найти такого этого зятя? Oh, my grace of Krishna. По милости Кришны я получил такого зятя. И после этого их поженили. Second, I mean, Sri also. Where to go? You are Ishwar. Shakshat Ishwar. So I cannot find any son in law in this material world for my second son, second daughter. You will have to accept. В общем, женили сразу на обоих дочерях, поскольку лучшего мужа не нашли, и женили сразу на двух дочерях. И вот, будьте внимательны. Это Сита Деви, Сита Такурани, она Пурнамаси Йогамая. And you can remember, many times I told in my Harikatha, я много раз говорил, in Vedanta one sutta, is sutta, is one Vedanta sutra is there, one formula, Shakti, Shakti, Mata, Rabhed. I told you many times. Я говорил об этой сутре. Shakti, Mata, Tattva is not different with Shakti. Он не отличен от шакти. Обладатели шакти и сама шакти не отличны, они едины. Хотя внешне это выглядит они в разных формах, но Нитьянанда Прабху, я говорил уже. То есть, помилуйся, Нитьянанда Прабху, мы получим Раса Кришна. Вы должны изучать это, помнить. Без милости Адвайта Гасая Нитьянанды вы не сможете вырваться из этих материальных привязанностей материального мира. Это невозможно вообще. Никто не может, кроме них, спасти нас. И вот Нитьянанда Прабху уже там, в Раса. Вот я вам скажу, что Нитьянанда Прабху уже находится в Расе в форме Ананга Манджари. Why? Почему? Шакти, Шакти, Мотор, Обед. Поскольку Шакти, Шакти, Мотор, Обед. Нитьянанда Прабху, он первое проявление Верховного Господа Гаурангу. Баларам, это первое проявление Кришны. Поэтому нет проблем в этом. Шрила Прабхупада говорит, что Кришна только
цвета его отличается в настроении другое. Многие люди спрашивают, почему Баларам совершает рас, только Кришна может рас совершать. Why Balaram почему Баларам на свою эту голову перо павлина помещает, и Прабхупад говорит, да, что плохого. Что вы думаете? Баларам — это первое проявление Кришны, он сам Кришна. Он практически Кришна, только настроение другое, цвет его другой. Баларам может совершать расу, поскольку Баларам он севататва и севакта. Одновременно. Баларам всегда себя являет как слугу Кришны, но так или иначе две татвы в нем. Севататва и севактатва не смешаны. Понимаете? Whom to be served? Севататва, то есть тот, кому служить, и тот, кто служит, он одновременно такой совмещенный. И поэтому только для Баларама нет эмбарго, то есть нет запрета. Баларам может совершать раса, но с разными, с другими гопис. Но не с теми гопи, которые с Кришной танцуют, понимаете? So in the form of Ananda Manjari, Nityananda is there in Rasa. Ananda Manjari, Nityananda находится в Расе. Джано Мата Такурен. Similarly, таким же образом, Адвайта Госай Садашива, он тоже находится в Расе. Но в форме Йога Майя Пурнамаси. Не прямо, а так косвенно. Садашива Татва, она очень сложна. Шива Татва, она тоже настолько сложна. Не так просто все понять. Это очень долго нужно обсуждать, объяснять. Шива Татва, она очень глубока. Если мы будем обсуждать Шива Татву, то на все остальное время не останется. Садашива Татва, это Вайкунха Татва. Я уже говорил о о том, что Йогамая и Махамая. Йогамая is there in Vaikuntha Jagat. Йогамая находится в мире Вайкунтхи, а ее тень Йогамая, она здесь является как Махамая. Вот в этой шлоке подтверждается, что это Махамая. Махамая. So similarly, и вот таким же образом Садашива находится в мире Вайкунтхи, и от нее он отражается в этом мире как Шамбу, как Шанка в этом материальном мире. In this material world, Shambhu, Shambhu Tattva is there. Shambhu Tattva. Who is staying in Kailas? И вот он находится на Кайласе. Кайласпати Шамбу. We are always staying with Parvati, Maya Devi. С Парвати, с Майя Деви. So direct association вот of такое. Maya is not possible for Vishnu Tattva. Поэтому для Вишну Таттвы такое прямое общение с Майей невозможно. Никакое прямое соприкосновение с Майей невозможно. Садашив — это Пракрити, Прадан. It is not material. I mean ingredient for this material decoration here. Как это составляющего этого материального украшения. Like spider. Spider, when making net, паук, он подобен пауку. Паук, он делает паутину из своей слюны. After the duty is over, then again he is eating up all. Ну, все кончилось, сделал свою паутину, сделано. So he's not finding any ingredients from outside. Выполнил главную паутину, опять съедает. So for Krishna, no need of going outside. Для Кришны и для Махавишну нет нужды выходить из этого материального мира, но чтобы получить что-то, чтобы что-то сделать. Понимаете? То Майя Шакти, вот Чайтанья Махапрабху speaking, Майя Шакти Бикар. Майя Шакти Бикар is this material world. This material world. Майя Шакти. And Mayavadi they are saying, и вот о Майявади говорят, что Господь Брахма, но Бикар Практухай. Бхагаван Сикисто Чайтанья speaking, why? Как сказать, растворился. Брахма is
Very, you know, powerful. Браман очень могущественный. Brahma, what you mean to say? Что вы хотите иметь Brahma сказать? Is supreme. Что Брама, so you see, ну, Brahma cannot. Верховен он. Брама cannot, I mean, maintain his own existence. То есть, как бы, Брама разве он не может поддержать свое собственное существование? Что вы думаете насчет этого? Как этот Спарсаманик, философский камень, когда Махапрабху дает такой пример, что когда этот философский камень соприкасается с железом, оно становится золотом. А сейчас ученые, ну, пришли к выводу, что возможно, почему бы нет. Мы не можем это делать, но мы верим, что возможно, то есть теоретически возможно, подобно тому, как уран, когда распадается на более низкие стадии радиум, плутония и прочее, то есть это превращение одного металла в другое, сколько у него излучение под радиация, ну, в общем, и под ее действием элементы меняются, внутренняя молекулярная структура распадается и становится более легким металлом. С урана плутония, с плутония, ну и так дальше. И поэтому почему невозможно золото что-то превратить? Я вот, например, когда я был в Гималаях, я встретился с одного саду, и он рассказывал, что мой гурудев был йоги, очень могущественный. Он не был бхактой, просто йогом был. И вот он рассказывал, что мой гурудев был настолько могущественным, что мог делать молоко там из воды, из листьев, мог золото так делать из воздуха. Но нас не научил, к сожалению. И вот я когда был там, на Гомуке, вот, там в Гималаях, там встретил того и все это. Вот я был на Гомуке, да, Марганги, да, лес. Ну, там надо было по горам лезть ее. Вот так или иначе, по милости Гурудева, он хотел изменить мое сердце, и он сказал, что если ты отправишься в Бадривишал, и увидишь, то почувствуешь нечто, обрести чувство там, и получил это чувство, ну так или иначе, это возможно. Если философский камень может изменить золото в железо, ну, то почему вы думаете, что Брама, что Брама, она как бы это влияет на Браму? Почему? Почему вы думаете таким образом? Браме не нужно подпадать под влияние Майи. Майя Сакти, Парина Сакти. The ultimate result of Майя Сакти, Викар, Майя Викар, this material world. It is 100% right. Результат действия Майи – это материальный мир. Майя Вади Читани Махапрабху в Варанаси, он перед Майя Вади, он он разрушал их Сиддханту этими словами. И вот потом вот так или иначе Адвайта Гасай женился, и вот сейчас нечто такое скрытное. Сита Такурани и Шри. Две жены. Мы знаем все о Сита Такурани, но о Шри. Второй жене мы почему-то ничего не знаем. И вот это Сита Деви. У них было шесть сыновей. Шри Матаджи giving one son, but he dies. Она дала рождение ребенку, он умер, и вот так или иначе. Сита Такурани своего ребенка отдала ей, чтобы она не страдала. И вот из этих трех сыновей, они последователи Адвайта Гасая, почему я начал в этом с этой шлоке, что мельчайшее отклонение от пути Гурудева, оно в итоге сбросит вас с пути баджана, и вот смотрите,
Вот в этой Гасае из шести сыновей только три остались. Сам Кришна был Гопал, потом какой-то Кришна, не помню, к сожалению. И Ачютананда. И вот эти три сына, они полностью с тем следовали Адвайта Гасае. А другие три, они вообще ничего ни к чему не следовали, игнорировали Адвайта Гасае, и многие люди спрашивают: Махарадж, как это возможно, что он сам Махавишну? И три сына стали преданными, а три вообще ничему не следуют. Сам Махавишну. Махавишну и что? Почему три сына у него не преданные? И вот смотрите, прямо или косвенно все в этом материальном мире исходит из Вишну. I give argument. Я привожу пример. You are putting argument in front of me. Вы спрашиваете меня, почему три сына преданы, три не преданы? Почему эти вообще сыновья явились в его семье, хотя он сам Махавишну? Ну, в чем проблема? Прямо или косвенно, все, что исходит из материального мира, все это из Махавишну, не откуда-то, из другого места. То есть нету ничего иного, только Махавишну везде. Но все из Махавишну исходит. И в Веданта Сутре я приводил пример такой. Асато саджаяти. What does it mean? Что это значит? Асад. Асад. Which is not real. То, что не настоящее. Асато саджаяти. From? Param Satya was absolute truth. Из абсолютной истины. This what is not real. Что не настоящее, ну, то тоже исходит. Because there is no other source. Поскольку нет никакого другого источника, какого абсолютной истины. То есть Махавишну единственный источник всего, и из него прямо или косвенно хорошее, нехорошее, плохое, благое, дурное, оно все исходит из Махавишну. Нет никакого другого источника. И только идея, мысль. В этом материальном состоянии мы думаем, что это что-то хорошее, что-то плохое, но для Парамахамса все хорошо. Если у Парамахамса, он не может видеть никаких проблем в этом мире. Парамахамса, он думает, что все хорошо, что плохо, все правильно происходит. В материальном мире видишь, что тот не прав, и этот не прав. Только мы единственные, кто прав. Вот Шрила Прабхупада говорит, что если вы хотите стать великим святым, вы должны выявлять свои недостатки и их изгонять из себя. Вот. Вот я хочу в связи с этим историю рассказать. Тулсидас, один преданный говорил Тулсидасу, что смотри, Тулсидас, вот тот саду всегда ругает тебя, критику говорит в твой адрес, и Тулсидас сказал, что хорошо, поскольку я свои ошибки не вижу, и вот мой друг, так позовите его сюда, я хочу построить его дом рядом со мной, чтобы он указывал на мои недостатки, но он говорит, что он тебя критикует, он говорит, да, поэтому позовите его сюда, пускай живет рядом, что он может указывать мне на мои недостатки, я буду от них избавляться, и таким образом стану совершенным. Это такое было видение Туласидаса. И Горки Сударса Бабаджи Махарадж тоже. Махарадж, вы должны идти в мой палец. А даже какой-то царь он пригласил Махараджа в свой дворец. Look, man, if I go to your palace, then there is so many decoration, everything. И вот Бабаджи Махарадж сказал, что если пойду в твой дворец, then there is court case with you.
So better you come here, I can make you a nice kutia for you. Там могу запутаться в твоих богатствах там и прочее. Лучше давай ты ко мне приезжай. Can you stay? So much. Царь никогда больше не приходил к нему, потому что в скромных условиях, но далеко не каждый может жить. И даже в Навадипе люди, которые жили там рядом с Бабаджи Махараджем, они говорили, что смотри, змея, змея. I like snake, bite me. I cannot do Haribhajan. Змея укусила меня. Я говорю, Баджа не совершает, толку нет от меня. Поэтому. Maharaj, don't take that prasadam, because snake going to that place. И вот его предупреждали, что Бабаджи Махарадж, что смотри, тут не ешь тот прасад, там змея там мимо проходила. Бабаджи Махарадж все равно ел этот прасад и сказал, смотрите, моя деви, она проверяет меня в форме. В разной форме. So this way you see Tulsidas requesting you bring that sadhu. Tulsidas сказал, что позовите этого саду, пускай он живет рядом со мной, указывает на мои ошибки, я буду от них избавляться и так стану настоящим святым. И вот Шрила Прабхупада говорит, что если вы хотите стать великим святым в этой жизни, вы избавляетесь от своих недостатков. Один за одним вы должны выявлять свои недостатки. И избавляться, и тогда в этой жизни вы сможете стать великим святым, иначе невозможно. Вот таким образом, прямо или косвенно, я могу доказать. Вот в Веданте говорится, что асад не настоящий, а оно тоже исходит от Вишну. И поэтому то, что три сына против учения Адвайта Гасая, пошли это, может только увеличить славу Адвайта Гасая, подобно тому, как солнце, свет и тьма. Если был один свет без тьмы, мы не могли бы в полной мере осознать значение света. И когда тьма, она приходит только для того, чтобы явить величие света. И вот прямо или косвенно мы должны думать, что не все служат Кришне. Кто-то прямо, кто-то косвенно. И вот в этом материальном мире все дживатмы, не все вайшнавы. Шрила Прабхупада говорит, что все бесконечное число душ в форме собак, львов, тигров, слонов и прочих, они все вайшнавы. Только одно, но их вайшнавата, их качество вайшнавов не у всех выражено в яркой форме, они спят в таком спящем состоянии даже. Эти камни и прочие неживые предметы, по милости Шри Чайтанья Махапрабху, даже камни плавились. Харидас Тхакур говорил, когда ты повторяешь Харинам, Махапрабху спрашивает, и те камни и прочие неживые существа, как они могут обрести благо. И Харидас так говорил, когда ты повторяешь Махамандру. То есть эхо мы слышим, это не эхо, это не отвечает таким образом. Because Chaitanya Mahaprabhu, when speaking Hare Krishna, Hare Krishna, имена, why not you think that way? Почему вы не думаете, что это шабда таранга, это трансцендентный звук, он распространяется по всей вселенной, поскольку он сам Верховный Господь. In ether, there is one kind of wave started in sound, sound mechanism. И там in называется в физике, ну, можно найти, что ну, звук он распространяется с помощью звуковых волн, и это возможно. Sound is there, resting, vibration.
Scientists, they are trying to get the dialogue by Krishna in Kurukshetra directly. What Krishna gives speech, I mean, giving advice to Arjuna, they are trying to get this thing. But it's possible. То, что Кришна говорил о Арджуне на Курукшетре, то есть, ну, там не могут... Но Кришна не хочет, чтобы так просто взяли и нашли ту речь, что он говорил на Курукшетре. То есть ученые обычно глупые, они не могут так просто взять без милости Кришны что-то сделать. И вот когда Махапрабху говорит, произносит эту Махамантру. Этот трансцендентный звук распространяется везде. И вот Адвайта Гасай, после того, как он женился, три сына следовали, три сына. Они полностью были преданы ему, полностью следовали всему. Achyutananda, they are all following Advaita Gosai in total. То есть они полностью без всяких отклонений, точно-точно они следовали Адвайта Гасай и достигли према бхакти. From Advaita Gosai can give from Gauranga Mahaprabhu directly in light. They are following. This way they are successful. And another three, they are following Smarta. А другие три, они начали следовать Смарта, Смартам. Материалист. Рагунандан Ачарья, Рагунандан, one big materialistic person. И вот был там Рагунандан Ачарья. Ritualistic activity in a material way. Ну, он представителем всех этих материальных действий. Материальные. Смарта, значит, ну что-то материальное. Садда датта, садда, you know, садда? Садда, you know? Садда датта is very typical. Саддитатта, она очень, ну, запутана. Для Вайшнава можно использовать только Махапрасад и предлагать отцу, матери, ну, всем ушедшим предкам. Организовать Санкиртан, Махапрасад, предложить Кришне, и только потом этим душам предложить. Но Смарта, они не верят в это вообще. Они предлагают всяким демонам, ракшасам и прочим нечисти. И вот суть в том, что хотя Верховный Господь Махапрабху Верховный Господь, но зачем он отправился в Гаю, чтобы предложить это пинду своему отцу? Зачем материальные люди говорят, что вот вы то говорите, а сам Махапрабху отправился в Гаю, чтобы в честь Джаганнатха Мишры предложить подношение, как возможно. И первый вопрос, кто такой Джаганнат Мишра? Джаганнат Мишра? Кто такой Джаганнат Мишра? Это вечный спутник. Нандабаба воплощение Нанды Бабы и Васудева, сразу двух. И Яшодама и Деваки, они явились в форме Сачима. In this way, how we can explain как можно that Chaitanya Mahaprabhu's Supreme Lord is going to Gaya to give Махапрабху, Верховный Господь, он отцу предлагает свое подношение. Смысл объяснять дальше. Those foolish person, но простые глупые люди, они не понимают. I say, come on, man. Я говорю, смотрите, Махапрабху уже ответил. Когда Махапрабху отправился в Гаю, он встретил Ишвар Пурипада. И что сказал Махапрабху? Now my pilgrim, I am coming to pilgrimage, is successful today. Мое паломничество завершилось успехом, поскольку увидел твои лотосные стопы. So Чайтанья Махапрабху went there. Значение было его паломничество. Махапрабху отправился туда. Но поскольку обычные материалисты, они тоже будут там ходить, предлагать подношение своим предкам. Но внутреннее значение Махапрабху не для этого в Гаю ходил. Цель посещения Гаи была в том, чтобы получить дикшу от Ишвар Пурипады. Он хотел совершать какое-то служение Ишвар Пурипаду, сам Верховный Господь.
готовил для Ишвара Прабхупады. Хотя Лакшми, она занята в служении. В готовке для Кришны. Сам Махапрабху готовил для Ишвара Прабхупады. И поэтому Махапрабху хотел дать такую сиддханту, что я отправился в Гаю не для того, чтобы предложить это подношение предкам. Это только для того, чтобы обычные люди, они тоже ходили и предлагали подношение предкам. Но я пошел туда за тем, чтобы получить общение с Ишваром Прабхупадой и дикшу от него. И такого сиддханта. Brajabhav, Chaitanya Mahaprabhu speaking, in Chaitanya Chaitanya, Amitina, Brajapem, Nityanaya Shukha. Читамрите, говорится, no incarnation, что никто, кроме меня, кроме самого меня, сам Кришна говорит, что только я могу даровать Брajapem, никакой другой аватар, никакая другая аватара, или Симхани Вараха, никто не может даровать это сокровище душам, только я. Никто не может дать это, только я. Это Враджа Бхава. Только я могу. И вот сейчас суть в том, когда Адвайта Гасай совершал всю тарелку отдал Харидастакову. Ну и многие спрашивают, почему Харидастакову? After Sadhya is over, giving the full plate to кончается, to Haridasa. Не думай так. Advaita Gosai speaking, say acharibo jai shastra mate koi. What is written there вот in scripture, I am giving appropriately, Сейчас буду кормить миллионы браманов и тебя одного, то есть ты более значим, чем эти все миллионы браманов. И поэтому я не могу сравнить. Я делаю правильно, поэтому пусть меня критикуют, я не парюсь насчет этого. И вот, когда Чайтанья Махапрабху появился здесь, в Майяпуре, и Адвайта Гасай и Харидас Такур, они начали танцевать. Харидас Такур, он спросил, почему ты танцуешь. И Адвайта ответил, потом ты поймешь, почему. И вот через какое-то время Сита Такурани, она приехала туда на палакине. Читание Бхагавати, читание Чайтанья описывается, что они приехали на встречу с Гаурангой. Я думаю, это Гасай, но это не отлично. И вот когда она увидела Махапрабху, она поняла, что это Кришна, просто другого цвета. И вот Кришна, она сказала, что он Кришна, просто цвет отличается, как это возможно. И ring here, everything. И вот он предложил ему украшения и прочее. Everything. Nupur, I mean, fit. Everything giving.
After that, и вот после этого Адвайта Гасай начал думать, надо его проверить, что это он тот самый Верховный Господь, которого мы звали или нет, надо проверить по-божьи. И вот Адвайта Гасай, я могу проверить его в дальнейшем. И вот он так постепенно вырос. Walking, everything. Ну, он ползал, потом ходить начал, и вот Адвайта Гасай открыл школу в Шандипуре. И он давал уроки по Гите, по Бхагаватам, всем интересующимся. Он and Vishwaroop, the first давал son, уроки. Вот, Vishwaroop, первый сын. Джагнат Мишри, он тут ходил к Адвайта Гасай, обучение к нему. И вот Сатимата. Гауранга, Нимай, you go and call your elder brother. It's too late. Когда она уже приготовила все для подношения, она сказала, чтобы он позвал своего старшего брата, поскольку уже поздно, нужно идти. И вот Гауранга полностью голый пошел к Адвайта Гасай. Адвайта Гасай смотрит, кто такой, настолько прекрасный. И после этого Бай, бай, о мой брат, кам. О бай, о. Get this coat, cloth of brother. Мой брат, пойдем. Mother calling you. Мать зовет тебя на просад. И Адвайта Гасай посмотрел, кто он такой, настолько прекрасен. И после этого, под влиянием Йогамая, Адвайта Гасай, он хотел, не смог осознать полностью. И после этого Адвайта Гасай хотел еще раз проверить. И в Сивасангане Сапта-Аштапрахар is opening this lila. Gauranga Prabhu sitting in the throne, throne of Vishnu with Shalagrami left and expressing. What do you want? И Шалаграм был у него в руках, и он спрашивал, чего ж ты хочешь, хотите, берите мое благословение. И что принесли для меня? Fruits, приносили воду, молоко, фрукты. Pitcher, и вот он взял, выпил весь горшок молока. Mahavishnu. Он такой большой горшок. Anybody bring и вот в общем все что подношение приносили, он принимал me. Все. I can stay very secretly here in Nandanachadri Bhavan. И он решил, Адвайта Ачарья, он решил поверить его, поскольку если он действительно тот Господь, которого я звал, он меня сам позовет. И вот когда Махапрабху раздавал прямо всем, но Сачимати только не дал. Почему? Ну, поскольку она слышала оскорбление Адвайте, она думала, что это он Адвайта, но я думаю, что это он Адвайта, поскольку, ну, по его милости, мой сын ушел от меня, принялся не ясно, второй собирался, поэтому его нужно Адвайта издавать. И вот такое оскорбление. И все преданные спрашивали, почему ты не даешь премию своей матери? Нет, она совершила оскорбление. Какое оскорбление? Как она может, как-то возможно вообще? Да, совершила оскорбление. Лотосным стопам Адвайта Ачарья. И где Адвайта Ачарья? Позовите его. He's staying there. Он to test me. He's then вон там Адвайта Ачарья Бхавани хочет меня проверить. Поэтому идите, зовите. Вот когда они пришли, сказали, тебя наш Господь зовет. И Адвайта Гасай пришел к Махапрабху. И сказал, он, ты призвал меня в этот мир, а сейчас ты хочешь спрятаться. Ты звал с такой силой, и я явился в этом мире, а сейчас ты хочешь спрятаться от меня. Как это? Иди сюда. И ты благослови Сачимату, как это, ну, твоя мать, это мать вселенная буквально, как я могу, что я сделал? И вот Адвайта Гасай, он прямо уже в нем, но Махапрабху, Мурша,
Then everybody would say, now with the Махапрабху, scope, you go and touch the lotus feet of Advaita. Адвайта, он потерял сознание, и они позвали Сачимату, чтобы она приняла пыль с его стоп. Приняла пыль с его стоп, тем самым искупив свое оскорбление, и тогда Махапрабху благословил Сачимату. Смотрите, как сам Махапрабху это все организовал. И вот сейчас, когда Сачитани Махапрабху, он выражает свое почтение к Адвайта Ачарье, он относится к нему как к гуру. Но Адвайта Ачарья, ему это не нравится. Он хочет, чтобы он не относился к нему как к гуру. И поэтому я буду действовать так, что Махапрабху придет ко мне и сделает что-то другое. И он начал объяснять гьяна-йогу. Адвайта Гасай начал вместо бхакти-йоги, он начал гьяна-йогу проповедовать, и Махапрабху очень разгневался, отправил свой Шантипур. И вот он отправился в Шантипур и начал эту гьяна-йогу проповедовать, и Махапрабху стал очень недоволен. Почему? И вот после этого в Балбари, вот это, в Шантипуре, и сказал, о, да, это что ты говоришь? Наивысшее сокровеннейшее, это бхакти или гьяна? Когда Адвайта Ачарья ответил, что это гьяна, Махапрабху начал бить его. И Адвайта Ачарья и Сита Такурани сказали, что Бхагава, остановись, если ты будешь бить моего мужа, он умрет, остановись. Если ты будешь его бить, он просто помрет, поэтому оставь. После этого Адвайта начал плакать, и обнял лотосные стопы в Гуранге и сказал, что сейчас я получил твою полную милость. И таким образом Адвайта Гасай, он дает нам пример, как нужно служить Господу. И в Пурушоттам Лиле также вы можете помнить, Адвайта Гасай поклонялся Гауранге Махапрабху с листьями туласи и цветами. И после этого, оставшиеся листья и туласи, Гауранге Махапрабху кому поклонялся? Он поклонялся Адвайте и шутил. Ну и какой-то звук там был. Он поклонялся Адвайта Гасай и смеялся. И таким образом, смотрите, Адвайта Гасай – это Махавишну. И нечто сокровенное – Харина Адвайта Ачарья. Значит, из Хари Адвайта Ачарья, он не отличен от Хари. Та же формула в Веданте описывается, Шакти, Шакти, Матор, Абьед. И вот Адвайта Гасай и Махавишну, имею в виду Кришна, не отличны друг от друга, в разной форме только. Они снисходят сюда. И вот Адвайта Гасай для нас, Адвайта Гасай, он призвал Махапрабху из Галока Вриндавана сюда. When you go up and up, и когда вы продвигаетесь, развиваетесь, что вы можете видеть? Деви, Деви Махесудхану, Те, Суте, Суте, Те, Прабхава, Ничая, Бихитасча, Джейно. One by one. И вот так постепенно вот вы можете возвращаться в эти семь миров, планетных систем. И после этого, когда вы вырветесь из влияния этого мира до Брахмалоки, где творец Вселенной Брахма находится. Вы будете вернуться сюда. И вот Кришна говорит Арджуне, о Арджуна, все от Брахмы до мельчайшего насекомого все должны рождаться и умирать. Абрахма Хумана Лока Пунаравартина Арджуна. Hey Arjuna, they are all living their body, taking another body, living their body, even taking body.
What Shankaracharya told? И что Шанкарачарья сказал? And many times too. Я Пунарапи маранам, в эту слог. Пунарапи жананам, пунарапи матри жатаре саянам. Every time. You are living body? Каждый вынужден рождаться и умирать без грубого тела. То есть вашу карму, кармафол, вы не можете избавиться от нее. Чтобы избавиться от своей прежней кармы, нужно тело получить в этом мире. И поэтому тонкое тело. After you die, again you will have to die. And if there is siddhi, siddhi, what to speak about? Обрели сиддхи, то. Then there is no what? Ну там уже нет рождения и смерти. There is no. There is actual bhakti in you. То есть, no question of taking bhakti. Настоящая преданность, то уже рождаться не обязательно. So you see, gradually you can go up. И вот смотрите, постепенно вы можете возвыситься. Брахмалока also, Брахма is there. Брахмалоки там, Брахма. Брахма is there. And siddhi two type of. И есть два вида сиддхи. Two type of мукти. Мукти. Two type of мукти. Два вида освобождения. One is gradual мукти. Одно постепенное мукти. One is direct мукти. А другое непосредственное. In Gopakumar. И Gopakumar. We see Gopakumar to teach us. Gopakumar, чтобы дать нам учение его, дать нам пример. Он постепенно продвигает себя. Гопакумар, он поднимается выше и выше на каждой логе, смотрит, если логи бесполезные. И Гопакумар, он выражает такое чувство, которое мы должны чувствовать. Постепенно ему уже здесь не нравится, выше не нравится, еще выше не нравится. И вот это Крама Мукти. Но еще мукти, непосредственно освобождение. То есть они могут достичь Вираджи. Это такая трансцендентная река. То есть нужно принять омовение и все. Then after that, from осквернение всего материального, оно останется в этой Вираджи, а вы дальше... Через сияние Брахмы до Садашифлоки достигните Садашифлока, это практически Вайкунтха. From there you can get different chamber of Vishnu, различные Vaho, Nishingo, different chamber. Chamber means not small room like this. Don't think I change chamber. Области, so разные области, где Куман, Дзивха, Вараха. Infinity. Это Вибху, оно бесконечно. Be careful. Будьте осторожны. Maybe I'm speaking this whole chamber of Nishin. По-английски chamber называется это буквально там кабинет, но это такое больше как область некая бесконечная. Все это бесконечное, разные области, Кумана, Синхивахи и прочее. Гопакумару надоело, давай Кунтха. В общем, он выше хотел обрести более высшую расу. И вот он достиг Двараки Матхуры. И до Вриндавана в итоге достиг наивысшего. А в Голокхадаме есть внутренняя, внешняя область. Core point of Vrindavan. There Krishna and Radharani with Gopikas. Там, Krishna and Radharani с just core point. Они из Гопи, они наслаждаются. It's Jogopi and on inside Vrindavan. Там есть такое, playing ground, место, как сказать, Jogopi такое. Outside that, one place is there, circle, that is called Setadvip. И Светодвип, он снаружи этого находится. In Setadvip, и в Светодвипе, Учишта. Учишта means? Учишта. The remains. Остатки. I mean, appendix you can say, right? То есть, можно сказать, the appendix of Krishna-lila, what is going there inside, Vrindavan, the core of Vrindavan, is that Krishna relishing it, and enjoying this rasa, just like Gaur. То есть там все Кришна наслаждается этой расой, как гора там в Шветадвипе. Будьте осторожны, Шветадвип – это тоже Голока Вриндаван. Это тоже Голока. Шветадвип – это тоже Голока. И это Голока. Гауранга Махапрабху, он вечен. Не думайте, что это приложение. Who is before? Who is after? No, конечно. Раньше Кришна или Гауранга, они вечные. Гора лила и Кришна лила, они тоже вечные. Those who like to break the rules and regulation, хотят, they like to bring
And Gauranga, they like to think that Gauranga is Krishna. So we need not worship Krishna. Gauranga is okay. We can arrange Ras for Vishnubhaya Devi and Gauranga. Oba speaking, they are all idiot. Все это упрощают, могут, говорят, что можно ну, организовать Раса Лилу Гора Ранги Вишнупри. Это ну, в корне неправильно, это оскорбление, как Кришна Лилы, Лилы, так и Гора Лилы. Шрила Прабхупада очень недоволен этим. Кришна Лила и Гора Лила, она вечна. Only in this Gaur-lila, только в Гор-лиле Гауранга Махапрабху он хотел получить вкус Радхарани. Радхарани, хотел вкусить это чувство Радхарани, какое оно испытывает Радхабаву. Адвайта Гасай, он единственная личность, кто через Адвайта Гасай Гауранга Махапрабху он явился здесь. Jagate janato ke, who is going to иначе, express this gupta rasa secret rasa? Nobody. Открыть эту скрытую расу. Nobody can. Никто не может осознать это. Адвайта Гасай, через Адвайта Гасай мы получаем. And Адвайта Гасай. И Адвайта Гасай он. You know, Пурушоттамдаме. Sometimes. Иногда. You know, dancing. Танцует. And in Roth. In Roth, you know, перед when chariot Раской, festival, во время колесниц Джаганатха и Адвайта Гасай тоже танцует. After everything over, и после того, как все кончилось, в Наранда Сароваре, Наранда Саровар used to go there, and they went to take and play туда, water game there. Адвайта Гасай, ultimately what happens? Адвайта Гасай become Mahavishnu, you see. Gauranga Mahaprabhu become Mahavishnu, Advaita Gosai, Ananta Dev, in water floating, his own body, and Advaita Mahaprabhu явили, что on water. В воде Адвайта Гасай стал как подобие Махавишну. And Narayan, like Narayan, Chaitanya Mahaprabhu floating on Advaita Gosai. So nice water game, so nice. Они явили такую лилу. This kind of sea on Advaita Gosai, great, you know, glory is, и вот you cannot feel it, so long, Адвайта Гасай, она бесконечна. You see, I speak one slok. И вот я произнес шлоку, в какую? What slok I speak? Nitananda Advaita Ratnavatiya Siva Sadhi Bhakta Vindai Sametam Gambirayam Krishna Chaitanya Devam Radha Kantenapi Sakam Namamo Vancha Kalpadra Vushtike Pasindhi Vajavati Dhanam Kavanapur. I left to explain so many things, but time is very limited. If you have any question, you can put. What question you have? Don't try to manufacture question. Вопросы, если какие-то вопросы являются в вашем сердце, спрашивайте так, как что-то. Ну, вопрос по посту, когда поститься. Адвайта Гасай и Нитьянанда Гасай не отличные, поэтому некоторые преданные Нитьянанда Тирадуши следуют, не следуют Адвайта Саптами. У нас Гурудев всегда постился в Экадаши. Следующий на Махарадзан еще посчитать. Там люди спрашивают, я еще не считал, там запутано очень, там три дня сразу Экадаши, поскольку Экадаши Витха, то есть мы Экадаши должны... Usually what you do, after Экадаши observing, next day after worshipping Varaha Dev, we take prasad. But this year big problem. Ну, вот в этом году will have to не так все просто, поскольку в двадоши мы должны соблюдать. One point is that, и потом if следующий can, день Троёдоши. Ну, в общем, решение, по-моему, таково, что вараха двадоши нужно поститься без воды, а следующий день с водой, ну, чтобы прервать пост. So I have to calculate.
надо это все пересчитать. То есть еще в разных календарях разные исчисления, поэтому пока я не определился. No question, then I'm going. What time now? Kota baje dekho. Seven. Any question? Yes, ma'am. You heard from somebody which is Sahajiya. Вот вопрос, что такое раса Вишну Прия Деви, но ответ таком, что... Раса Татва is just like Prabhupada speaking, just like Лакшми Нарайан. То есть, но их отношение к подобно Лакшми Нарайане, Лакшми Деви, она как Даси. Сила Прабхупад, но она... Just like one maid servant serving, у них отношение как Махапрабху и Вишну Прия, как Лакшми Нарайана, только такие. Только такое говорил, никакого чувства наслаждения в них нет. Лили Махапрабху никаких женщин, даже имен женщин нету. Гаур хану, мане стри хану нам. Эй, Гора Лили, вот Вриндаван Дас Такур говорит, что это Гора Лили, Гауранга Махапрабху никогда не даже не произносил имя женщины, что говорит дальше, но Сахаджи, они все наоборот делают. Но Сахаджи этого не понимают и совершают одни оскорбления. Но что делать? Еще какой-то вопрос? No? Then over. If you do kirtan,